всем привет. Приобрели вот такое вот мороженое. Ну, мы делали уже обзор на Буренкин клуб. Мне, кстати, понравилось какое-то, забыл Буренкин клуб. То ли с дыней очень понравилось. Вот не помню, дыня арбуз, по-моему. Или там какой-то другой был производитель. Ну, в общем, делали обзор на Буренкин клуб. Еще было такое с точечками шоколадное. Но мне вот оно не понравилось. Вот давайте сейчас приобрели просто вот такой Буренкин клуб. Это... Как нам черная смородина. Да, черная смородина. Сейчас попробуем с черной смородиной. Кстати, старые такие вкусы именно черная смородина. В общем, состав я не буду читать. Так, давайте, где сделано. Я просто не помню. По-моему, Ярославская или Владимирская область. Так, сейчас. Так. Сделано в Ярославской области. Ну, в общем, я вскрываю клуб Буренкина. Так, открылось мороженое легко. Так, смотрим. Ну, стаканчик маленький. Кстати, а сколько по граммовке? Почему такие граммовки стали маленькие на морозе? Сколько здесь грамм? Я ел тогда белорусское. Недавно, кстати, делал обзор на белорусское мороженое. А оно тоже было маленькое. 80 грамм. Белорусское было 70. Кстати, 80 грамм стало намного меньше, чем 70. Ну, выглядит оно не броско такое. Помятое, подавленное. Ну, не скажу, что мне нравится, как оно выглядит. Давайте пробовать. Ну, на вкус приятная. Черная смородина такая. Ну, вообще ничего. Вот. По вкусу она такая, ну, как и ожидалось, в принципе, ничего другого не ожидалось. Ну, можно кушать, не скажу, что я в восторге. Как вот мой самый любимый мороженое, которое вот ел, это было дыня и тот арбуз. Я забыл, что надо посмотреть. Но я в то влюбился в мороженое. Это обычное мороженое, ну, вкусненькое. Не скажу, что нельзя есть. Намного лучше, чем другое вот было из Буренкина клуба с такими точками. За это я поставлю 8 баллов из 10. Но это хорошее мороженое, мне понравилось. Просто мне не нравится именно черная смородина сам вкус. И очень плохо выглядит сам стаканчик. Кстати, он еще маленький по граммовке, 80 грамм, не 100. И сам стаканчик помятый, вот тоже за это минусы. Так, чистая восьмерочка купить иногда можно. Но вот то, что граммовка маленькая, это, конечно, плохо. Ну, таким вот образом. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь. Пока-пока.